Всем привет! Как меня слышно, как меня видно? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Слышно, видно, хорошо, да? Ну, замечательно. Давайте, народ сейчас подтянется. У нас сегодня специально приглашенный гость. У нас сегодня выступает Наталья Маркова, она уже директор, да, поделится с нами своим опытом по системе работы. Да, впитываем все как губки, чтобы потом уже применять это в своей команде. Да. Наташ, ты тут? Наташа, все отлично. Наташ, ну что, подключаемся? Спасибо большое, что согласилась выступить у нас в команде. Будем тебя очень внимательно слушать. Ну, все тогда, Наташ, я отключаюсь, да, и слушаем тебя. Так, всем привет. Давайте проверим связь, как меня слышно, видно. Поставьте плюсики, пожалуйста. Отлично, так, хорошо. Там на заднем плане у меня будут дети шуметь, так что не обращайте внимания. Игрушки раскидывать. Так, сейчас тогда загружу слайды. Давайте познакомимся. Зовут меня Маркова Наталья, директор компании Reflame, проживаю в городе Псков. Пригласила меня Таня, спасибо за приглашение, так скажем, ответный визит. Она уже выступала в нашей команде на планерке как гость, да, делилась своей историей. А сегодня я расскажу, как пришла, да, как росла, ну и затрону систему работы, как в команде она у нас строится, да, и как проходит все. Будут вопросы, то в конце, конечно же, ответим, пишите, спрашивайте. Что знаю, расскажу. Так, значит, проживаю в городе Псков, мне 33 года, дочке у меня 5,5, сыну 3,5. То есть вот в сентябре, получается, младшему ребенку уже исполнилось 3 года, и я уже не мама в декрете, да, то есть обычно проводя собеседование, я мама в декрете говорила, да, сейчас я уже из декрета, ушла в декрет и не вернулась. Вот, ребенок нет, не обращайте внимания, надеюсь, не слышно сильно. И давайте познакомимся, как я пришла, да, откуда пришла. По образованию вообще, до декрета чем я занималась, да, работник культурной сферы, я за декретом работала в филармонии Псковской, в ансамбле. Колледж для искусств я возглавляла отдел дополнительного образования, то есть курировала музыкальную школу, художественную школу в Псковской области. Ну и еще успевала в музыкальной школе преподавать гитару и домбру. То есть за декрета вела такую активную жизнь, да, успевала все. Но уйдя в декрет сначала с первым ребенком, со вторым потом плавно перейдя, я понимала, что это я уже не смогу сделать, да, совмещать. Ну, доходы и зарплаты работников культуры, да, можно только посмеяться. Вот, и поэтому начала, ну, не то чтобы искать, да, но были идеи частные уроки проводить, да, ходить к деткам. Вань, давай, дай, Ваня, дай маме. Так, секундочку. У меня как планерка начинается вечерняя, все, всем что-то надо, и шумят. Сейчас на уроке понимала, что не смогу, да, с маленьким ребенком куда-то ходить, если бы ко мне приходили проводить уроки. И как-то пришло сообщение в соцсетях, поняла, что это Reflame, да, так как я в Reflame была в 2008 году, да, но работала офлайн. Тут получила сообщение, стало интересно. Именно то, что онлайн было написано, это интересовало. И так как в Арифоне я уже была, да, я же умная, так скажем, то я попросила, спросила, кто спонсор, да, какой у вас уровень. А девочка была новичок, и она мне скинула
ссылку на страничку Алены Родионовой. Можно сказать, что это была ее ошибка, да, потому что Аленкина страничка яркая, поздравления, скрины доходов, зацепила, да, сама ей написала, она меня тщательно проверила, все данные мои, да, паспорт, собственно, шпион, и зарегистрировала. То есть я активно сразу включилась, начала изучать информацию, посещать вебинары, много записей смотреть и активно рекрутировать. То есть сразу после регистрации, да, пришел сразу за ключевой партнер, с ними начали вместе расти, вот опять мелко. И потом вот через пару дней уже должен закрыться первый директор, будем поздравлять. Так, ну вот, то есть я пришла 3 марта 2015 года, зарегистрировалась, да, и вот в начале 2016 года, ровно через год, я открыла уже ИП. На 22 я вышла, ну, можно сказать, ровно через 8 месяцев, то есть в декабре, получается, 15 года, да, я вышла на 22. Мелко, да, и тут вот примерный рост, то есть, получается, третий каталог 0%, а дальше пошел рост, да, третий, четвертый каталог, в пятом на 6, в шестом на 9, сама не вижу, да, с 8 по 11 немножко на 12 задержалась, потом с 12 по 14 на 15, и сразу 15 каталог 18, 16, 22%. Вот такой был рост. То есть за 8 каталогов, нет, за 8 месяцев, получается, да, я вышла на 22%. Открыла, вот сказала, да, ровно через год открыла ИП, компания себе ни с кем не перечислила, вот скрин с СМС-ки, да, 125 тысяч рублей с копейками. И дальше уже каждые 3 недели на мой расчетный счет, да, я получаю доход. Каждый четверг, первый четверг на первой неделе каталога. То есть все, кто сомневается, если вы здесь новички, да, то все реально, все официально, все в срок. Ну и, конечно же, вот фото любимых спонсоров, да, как раз получается, они 9-ю веточку начали строить, и в самом начале веточки я нахожусь, так скажем, активно попал к ним, да. Вот. Спасибо им, конечно же, большое, да, научили, рассказали, сопровождали, помогали, всегда на связи. Ну, а сейчас уже, там, выйдя на 22, да, закрыв директора, мы уже, так скажем, самостоятельная команда. И спонсоров не беспокоим, но они всегда на связи, всегда, конечно, тоже готовы помочь. То есть им большая благодарность, если нас научили, показали. А здесь вот на слайде команда, да, не все, но некоторые ключевые партнеры, то есть вот вверху слева Оксана Дурманова, думаю, кто-то знает, да, она вот в этом каталоге закрывает директора. У меня сейчас подрастает, получается, одна веточка директорская, да, и еще веточки менеджерские. Ключевые партнеры вот из этих веточек. Активно рекрутируем, да, и тем более сейчас в Болгарии строим сильные планы быстрого роста. Тут вот на слайде любимая... Сейчас, секундочку. На слайде любимые продукты наши, это, конечно же, Wellness. Сразу тоже скажу, да, что мои первые заказы были небольшие. Первый заказ, помню, был на 6 баллов всего лишь, да. Не то чтобы боялась, я знала, для чего 150 баллов. Но даже заказ, можно сказать, сделала чисто для себя, для уверенности, то, что я уже, да, в системе закрепляюсь и здесь остаюсь. Ну, а потом уже, выйдя на 9%, я уже 150 делала баллов, конечно же, стабильно. Обязательно основной заказ где-то 150 баллов, это у меня основной wellness. Обязательно для детей витаминки и омега. Сама тоже принимаю обязательно wellness pack, да, заказываю wellness life plus, обязательно всегда у меня подписка идет, коктейль с дочкой вместе пьем, супчик тоже у меня на обед. Ну и пропиваю курс тоже для волос и ногтей, да, мультикомплекс. Эти продукты нам очень помогли, да, и помогают, потому что могу сказать, по деткам принимаю Wellness, омегу, ходя в садик, да, то есть вот младший ребенок пошел 3 года в садик, да, и адаптация прошла хорошо, и мы еще ни разу на больницу не ходили. Да, какие-то мелкие соплики.
ну, все проходит, да, даю еще саксантин, если бывает какая-то простуда, но вот все легко переносим. Так что, кто еще не пробовал, обязательно своим деткам, нашим деткам, то есть я советую. Ну, тут на вейдж обязательно тоже всегда многие, да, то используют. Сейчас перешла вот трупперфекс, мне пришла на коллаген. То есть такие основные продукты, которыми я делаю поличный товарооборот. Легко и просто, да, без проблем. А, ну и вот, когда писала планы на 2015 год, то были такие две крупные мечты, да, цели. Это квалифицироваться на банке директоров в 2015 году и поехать на конференцию. Очень меня мотивировал ролик вот, банке директоров, получается, 2015 год. Был ролик про Дионовых, да, в банкета, и был от компании. И прямо за слезами, так скажем, но я его смотрела, он меня мотивировал. Я хотела быть на этой сцене, да, пройти с чеком, все это пережить, ощутить. Вот. Ну и в результате эти мечты сбылись. То есть в июне я была на мегафоруме на ВДНХ, да, он проходил. И была на банкете директоров. Получила свой чек, получила свою порцию признания. Прошла по сцене, да, с чеком. Это, конечно, вот эта встреча с командой. Вот с Оксаной мы встретились первый раз. Я думаю, кто работает онлайн, да, понимает, все прелести первой встречи со своими партнерами. Радостная встреча. Ну, опять же, с Родионовыми, да, обнулись со спонсорами. Очень много впечатлений, очень поразили масштабы. Сама компания, да, вот эта организация очень сильно впечатлила. Супер, все здорово, поэтому... кого цель директор, да, обязательно, ну, то есть, кто пришел сюда, то есть, строить свою карьеру, да, активно расти, обязательно цель должна быть именно попасть на банкет и вот это все ощутить. Это непередаваемо, конечно, здорово. Ну и в сентябре была на конференции менеджеров, первый раз на самолете летела, первый раз была на море, здесь, конечно, тоже масса впечатлений. Здесь я с Таней мы познакомились, она еще запомнила ее, такая маленькая, худенькая, да, и такой сильный лидер. Конечно же, компания так поразила своей организацией, именно организовать столько людей, да, потому что там, если не ошибаюсь, было 3800 участников конференции, всех расселить, всех собрать, да, в одном месте, накормить, поражало, потому что все было четко, все там спланировано. Это, конечно же, отель, да, где нас заселили, это программа мероприятия, то есть за эти 4 дня получилось посетить многие места, да, это и в море покупаться, позагорать. Это и аттракционы, парк аттракционов, да, который был снят для участников конференции. Это и побывать на бизнес-дне, таких легендарных, так скажем, аренах, да, спортивных. Адлер, Айсберг-арена. Супер. Ну, опять же, этот дух вот рефлейм, да, прочувствовать, когда на одной волне, да, столько людей. Это незабываемо. Ну, конечно же, это и банкет. Поющие фонтаны, да, то есть очень много впечатлений от самого города, да, и от этого мероприятия. Ну и звезды, да, шоу-бизнес, Сергей Лазарев, вы видите, то есть компания такой сюрприз предоставила, да, супер. Ну и опять же, как всегда, это участие в мероприятиях от компании, это мне больше всего нравится, да, это опять новое платье, красная дорожка, новое платье, новый образ, это, конечно, тоже здорово. Где еще, в принципе, да, в обычной жизни мы, девочки, можем купить платье в пол, да, прическу и чувствовать себя звездой. В обычной жизни, я думаю, это бывает редко, а в компании это, конечно же, часто бывает. Так, ну и вот тут тоже такой слайд, да, какие мечты еще были в компании. Ну, здесь вот вверху слева, да, 4 фотографии моих, это, скажем, какие-то мои изменения 2008 года, да.
когда я закончила академию в Самаре, после первой беременности, да, с первым ребенком, со вторым ребенком и сейчас. То есть тоже, ну, думаю, есть изменения в высшую сторону. Конечно, спасибо Wellness, спасибо Novage, да, нашим продукциям, потому что часто в магазинах, если я без косметики, на кассе мне, бывает, алкоголь не дают, да, спрашивают паспорт. Когда вот начинаю говорить, они понимают, что все-таки мне там не 18 лет, да. Это здорово, приятно себя, да, в таких ситуациях быть. Что еще сбылось? Это фотосессия, семейная фотосессия. Спасибо спонсорам, они мне подарили фотосессию на открытие директора. Была мечта у меня, она оплатилась. Ну и, конечно же, я прошла курсы макияжа для себя, тоже была моя мечта. Выиграла конкурс в команде, да, и вот тоже свою мечту осуществила. То есть фитнесом, пошла на фитнес, да, то есть благодаря компании, благодаря доходу от компании я уже многое себе могу позволить. Да? Спасибо за это компанию, команде. Что еще произошло? Ну, это, конечно, открытие ИП, да, ну и вот трудовая книжка, что я в сентябре уволилась, да, уволена по собственному желанию, и сейчас вот я сама себе начальница, скажем. Только такое достижение большое. Вот это ощущение, когда ты приходишь, улыбаешься, и с поднятой головой ставишь подпись свою, а тебе говорят, ну так подумайте, да, куда ты уходишь, здесь же столь же искусство, это же престиж, ты же была заведующая отделением, ну как же так, подумай. Ну, я знаю, где мне лучше, да, а где я чувствую себя уверенно. Поэтому я ни от кого не зависим, нет начальников, нет будильников, строю свой бизнес в компании. А вот тоже в конце 16-го года... Даня! Итоги подвели, да, то есть вот за год по команде прошел товарооборот 6 миллионов, да, и доход за год составил 540 тысяч. Вчера пришел акт от компании, да, где все, все расписано, каждый каталог. Такие вот доходы, конечно же, радуют, но есть к чему стремиться. Так, ну вот, так скажем, юридическая... Вступление, немножко расскажу про систему работы. Как мы запускаем, да, новичков? У нас есть сайт обучающий в моей команде, да. Что-то подглядело, я мне понравилось, мы с командой обсудили. И вот по этому сайту запускаем новичка. То есть после регистрации, после активации личного кабинета, даем ему пошаговые вот именно ссылки, и каждое задание у нас с паролем. То есть прошел первое задание, дальше новичок отвечает в конце задания на переходит, нажимает тест, да, кнопку тест, переходит, выполняет тест, и уже по ответам на Google таблицам мы с ним созваниваемся, да, я смотрю, как он примерно отвечал, что его интересует, да, какие недочеты. Мы это обсуждаем, корректируем его видение. То есть вот этот тест помогает нам, так скажем, понять, как он понял цель. Да? Поправляем его, если что-то не нравится. Ну, то есть неправильно. Вот. И в этих заданиях у нас получается первое задание, это ВГО, да, основные 5 вопросов разбираем. Новичком. Второе задание у нас это маркетинг-план. Третье задание у нас успешный старт. И создаем там Google Диск, да, Яндекс Диск. Четвертое задание у нас про заказ. Пятом у нас цели и мечты. Прописываем цели. На шестое задание там у нас получается регистрационная форма создаем. А дальше я не помню, где-то себе записала, да, ну вот, понятно. Да, сами делают, ну, на Виксе, на бесплатной платформе, быстренько сделали, вот, то есть пошаговое задание есть. Да, новичок прошел, даем пароль от следующего задания. На созвоне после первого задания, после ВВО, да, мы проговариваем, говорим про 150 баллов, ну, то есть все основные моменты проговариваем, и также говорим сразу про список знакомых, то есть стараемся переводить именно на теплый рынок, да,
все писал в списке знакомых и уже отрабатываем контакты. Дальше, ну, думаю, вот это понятно, да? Если есть вопросы, задавайте. Дальше что у нас? Дальше у нас есть табличка тоже на выпуске для проведения вебинаров внутри команды, да? А если у нас по понедельникам получается планерка в моей команде, да, в персональной группе и Оксана Дурманова, ее девочки в первой, то есть в ее команде проводим планерки, да? По вторникам у нас тренировочный ВЛО, кто желает. На треть, в среду получается у нас здесь идет на одной неделе знакомство с новичками, на другой, на первой неделе там вроде у нас гость, приглашенный гость, да. И на третьей неделе каталога у нас лидерский вебинар, то есть для менеджера, да, для активных ключевых партнеров. В четверг у нас разные темы, это в основном ЛТО, на первой неделе, на второй неделе рекрутинг и сопровождение. То есть это ЛТО, рекрутинг мы делаем сборный вебинар, то есть делимся своим опытом. Создание товарооборота, партнеры делятся, как они создают, да, и по рекрутингу своими методами. Это четверг, а в пятницу это получается тоже разная тема. Здесь мы тоже тренируемся, да, партнеры тренируются. Естественный старт на одной неделе, маркетинг план, на третьей неделе возражение. То есть желающие могут там свои темы предлагать. Ну, вот такие актуальные темы основные мы выбираем. Также есть созвон у нас, получается, по вторникам со всей командой, да, с менеджером созваниваемся. И по пятницам у меня созвон с хэнгаутом, с лидерами ключевой команды, то есть персональной группы. То есть вот такие организационные моменты тоже мелко. Почему-то система чатов. Здесь чат моей персональной группы, да, добро пожаловать, команда Марковой Натальи. Здесь чат Оксаны Дурмановой, в котором я тоже здесь, да. Смотрю, наблюдаю. Они у меня уже в самостоятельном плавании, да, но я так иногда тоже подсматриваю за ними. Дальше у нас чат Турбородка. Добавляем партнеров. Добавляем партнеров, которые пошли в регистрации, да, активнее. А есть чат менеджеров, добавляем туда сторону 9%. А есть чат по работе голосом. То есть я туда и партнеров скидываем все записи голосовых сообщений. То есть собеседование провожу, у меня программа установлена на телефон. И сразу быстренько я перекидываю интересные диалоги, да, собеседования, прозвон там партнеров, терминаша, куснушек, они это все слушают, да, набираются опыта. И потом уже начинают кидать тоже свои, где-то можем подкорректировать, послушав, да, какие-то там плюсы, минусы, так скажем, указать. Вот такой чат есть полезный у нас для работы. Ну, если тут ситуационный чат, это понятно. И также я еще создала каналы, да, то есть это тоже отдельный чат, но туда информации только туда нет. То есть, не искать по всему чату, да, актуальную информацию. Вот такие каналы я создала, туда добавляю тоже партнеров. Это у меня есть, получается, по сопровождению вся актуальная информация, по рекрутингу и по вебинару, проведению вебинаров. То есть как там вебинарную комнату, да, настроить. И слайды, чтобы они тренировались по проведению там, ВЗО, успешный старт. Ну, то есть такие наши актуальные темы. И туда образцы слайдов, там, презентации, то есть презентации туда скидывают, чтобы они могли брать, что-то под себя корректировать, да, то есть использовать в своей работе. Ну, в принципе, у меня все. Если есть вопросы, задавайте, да, таким слайдом хотела закончить, что ты сильнее, чем ты думаешь, что у всех у нас и руки опускаются, да, что-то не получается. Ну, должна, конечно же, быть большая цель, который вы идете, да, вот тем более сейчас вот Аня написала, что Болгария будет пандемическая, потому что год юбилейный, да, вторая волна, поэтому, как сказать-то, руки опускать некогда, да, работаем на результат, идем к своим целям. Потому что, на самом деле, когда-то я, ну, как сказать, перед Сочи, не то, что были сомнения, да, но вот я думала, что, ну, вот, там, почти 4000, да, как это все пройдет, ну, где-то чего-то, может быть, да, на чем-то сэкономят, так скажем, ну, так, такие мысли. Но это все было, конечно, на высшем уровне, да, то есть, ни за что не платишь, все спланировано, все организовано, да, все на высшем уровне, это, конечно, супер здорово. Поэтому советую вам пройти в квалификацию на Болгарию, это, я думаю, будет супер мероприятие от компании.
Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите. Отвечу, расскажу. Что-то, может, было непонятно. Наташ, спасибо огромное. Очень полезная информация, да, замотивировала нас на Болгарию тоже. И очень, да, интересно именно вот про эти задания. Возьмем себе на заметочку. Спасибо, пока-пока. Если что, зададим тебе вопросики, хорошо, в чате. Спасибо большое, Наташ. Всего доброго. Пока.